Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на нашей рубрике «Ангельская терапия». Ангельская терапия – это возможность для нас услышать советы, наставления и напутственные слова от наших небесных помощников, от наших ангелов. Они знают, через что вы проходите, они знают, что происходит в вашей жизни, и они страстно желают помочь вам. И я верю, что сегодняшний совет будет ценным и актуальным именно для тебя. Потому что они знают, они знали, что вы кликнете это видео, и они знают, через что вы проходите. Дорогие, давайте сделаем намерение, дорогие ангелы, проговорите то, в чем я нуждаюсь именно сейчас. И на этой неделе выпадает совет: действуй смело. Действуй смело. Ангелы говорят: осознай свои истинные желания, молись о помощи и смело двигайся в направлении желаемого. Потрясающий совет. Ангелы говорят тебе: действуй смело. И они дают тебе три ключа. Первый ключ: осознай свои истинные желания. Вы знаете, есть желания наши истины, которые в нашем сердце, а есть желания, которые нам кто-то хочет навязать. И ангелы говорят: осознай свои личные истинные желания, чего ты хочешь, чего ты желаешь, к чему лежит твоя душа и твое сердце, осознай это. Это первый шаг. Второй шаг: молись о помощи, молись Всевышнему. И молись, призывай ангелов, чтобы они помогли осуществить все твои желания, все твои мечты. Это второй шаг. Знай, чего ты хочешь, второй, молись, чтобы это произошло, чтобы Всевышний благословил тебя, чтобы ангелы помогли тебе. И потом, после молитвы, третий шаг. Смело двигайся в направлении желаемого. Смело начни делать то, чего ты желаешь. Начни делать то, о чем ты мечтаешь. Начни двигаться. Каждый день приближайся на шаг к своей мечте, к своим желаниям. А может быть и не на шаг, а на 3 или на 5 шагов. Вы знаете, наши желания, наши мечты, это похоже на строительство дома. И мы можем каждый день кирпичик или несколько кирпичиков в эту кладку закладывать. Дорогие, это потрясающий совет. Ангелы говорят: осознай свои истинные желания. Молись о помощи высшим силам. И третье: смело двигайся в направлении желаемого. Будь смелым. Действуй смело. Потому что за тобою стоит Бог. Действуй смело. Потому что за тобою стоят ангелы. Ни один волос не упадет с твоей головы. Пойдешь через огонь, он не опалит тебя. Будешь идти через воду, через реки и моря, ты не утонешь. Будешь идти среди колдунов, и они не смогут тебя проклясть. Действуй смело, ибо с тобою Бог. Если Бог за тебя, кто может быть против тебя? С Богом мы всегда в большинстве, дорогие. Поэтому действуйте смело. Действуйте смело. Действуйте смело. И чтобы закрепить действие этого совета, напишите короткую молитву под этим видео. Дорогие ангелы, научите меня действовать смело. Будьте благословенны.